38 уголовных и более 2000 иных правонарушений за сутки. В Алматы усилили рейды по охране общественного порядка. Пешие и автопатрулирование будут проводиться на улицах и в других общественных местах. Республиканская акция продлится до конца месяца. Как выявляют незаконопослушных горожан, увидел Рустам Аралбаев. Со вчерашнего дня стражи порядка всей республики работают в усиленном режиме. Для этого созданы специальные отряды, цель которых – патрулировать город и выявлять нарушителей. Работа ведется во всех направлениях, будь то общественные места, дворовые территории, безопасность на дорогах или другие аспекты общественного порядка. Благодаря этому, по горячим следам, только со вчерашнего дня выявлено почти 40 преступлений. Сегодня пешим маршрутом был задержан гражданин европейской национальности. При обыске у него обнаружили пистолет. Сейчас вот была назначена экспертиза. Если экспертиза дадут, что как оружие пригоден к стрельбе, тогда будет возбуждаться уголовное дело. Помимо преступлений, только за вчерашний день выявлено порядка 2000 административных правонарушений, более 300 фактов загрязнения общественных мест, почти 250 актов вандализма, более 100 мелких хулиганств и другие нарушения. В Алматы проводятся оперативные профилактические мероприятия ОПМ «Правопорядок», направленные на пересечение нарушения правопорядка, правила благоустройства города, факты умышленных порчи имущества, также других мелких правонарушений. В связи с участившимися случаями нарушения общественного порядка, полицейские просят жителей содействовать их работе и сообщать о любых незаконных действиях. Рустам Аралбаев, Ернат Болатбек, телеканал «Алматы».